Друзья, всем привет, с вами как всегда Микс Гейм, а мы с вами продолжаем играть в такую игрушку, как Forager. В прошлой серии мы с вами немножечко уже обосновались, построили с вами рыночек, построили хранилище. Правда, так я и не сделал себе ничего с жизнями пока не удалось. Открыли с вами много новых островов, с помощью них я тут пофармил и очень неплохо ресурсиков набрал. Это раз. Во-вторых, как я и хотел, я взял себе вот этот вот способность, геологию. Все камни оставляют под себя уголь. Очень круто помогает. Вот. Затем, теперь у нас, значит, со всех камней практически, не практически, но на 10% оставляют после себя редкие предметы и самоцветы. Это тоже очень круто. С помощью них можно подняться нам неплохо. Так. У нас еще есть 2 очка. Открывает каменоломни. Надо ли нам это или нет, я пока не знаю. Свитки, магические письма. Это меч, оптика, банковское дело. Открывает банки. Блин, нужны ли нам банки? Созданные предметы мы не продаем. Коммерция, выброшенный предмет. Так, это неинтересно. Физик открывает электростанции. Открывает жезл горняков. Созданные предметы собираются автоматически. Слушайте, ну вот это вот интересно. Давайте-ка мы это изучим. В принципе. Что у нас еще открылось? Все постройки работают на 5% быстрее. Открывает дроидов. Открывает эмигранаты. Ого! Производство. У всех построек есть шанс 20 создать вдвое больше предметов, открывая фабрики. А вот это очень даже интересно. Баллистик. Открывает баллисты, лук выпускает 3 стрелы в раз. Давайте-ка мы вот, наверное, откроем вот это дело. Есть. А следующий, наверное, откроем с вами каменоломни. Я думаю, это будет неплохо. Ну и что? И что? Давайте посмотрим, во-первых, что... Да, кстати, я еще создал лопату. Вот, теперь мы можем с вами копать земельку вот так вот. А при этом находить там песочек и всякие прикольные штучки, возможно. Такие как самоцветики. Ну-ка, давай-ка здесь копнем. Я думаю, надо в пустыньку сходить, покопать песок. Я думаю, это будет пооптимальнее. Так. Дальше. У нас с вами есть еще много загадок. Да. Сейчас, пацаны, я с вами разберусь. Красный. Желтый. Ой, опять неправильно. Оранжевый, желтый нужно было, да? Блин. Опять запорол. Еще раз. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. Есть! Да неужели мы эту загадку разгадали? Так, у нас теперь появился сундучок, а значит нам... Нужен что? Правильно. Нужен ключик. Так, тут пускай создаются слиточки. Тут такие. Тут что еще можем сделать? Королевская сталь пускай создается. Тут, смотрите, лопата. Нам нужна сталь, песок и жуки в бутылке для крутой лопаты. Так, еще мы открыли амулеты, я открыл. Нужно его тоже создать. Бутылки в банке, нам нужно стекло. Стекло у нас создается где? Так, рюкзак. Нужна королевская одежда, кости. Здесь нужен изумруд. Изумруд, изумруд, а у нас нет изумрудика? Угу. А изумрудика-то у нас и нету как раз таки.
Лады. Так, что на рынке есть? Салат, шашлык. Так, амулет. Липкий амулет дает на 50 больше ресурсов. Это ли, как говорится, не праздник? Я понял. Нас опять накрыло. Подалилка такой, перепрыгнул с другой этой. Так, следующий амулет. Нам нужны кости, сталь. Лопата, сталь, жуки. Вот, кирочка нам нужна, смотрите. Загадку мы с вами разгадали, ключик мы получили. Значится, мы можем с вами открыть это дело. И что у нас имеется? Щит. Дает шанс 35 вернуться от атаки. А это вот очень круто. А теперь пошли охотиться за костями. У нас же с вами биомчик здесь открылся. Открылся. А здесь у нас вот такие штуки, которые вылезают скелеты. И мы как раз-таки можем от них получить косточки. Смотрите, подождите, у нас уже есть, по-моему, на кирку. Я хочу ее сразу же сделать, потому что добывать ресурсы нам будет намного проще. Так. Рыбка у нас заканчивается. Кирочка. Все, создаем сразу же. Как вы меня достали, эти попрыгуны. Чертовы. Кстати, вот тут загадка, смотрите. Столбики у нас есть. Но тут все просто, смотрите, есть на них 1, 2, 3 и 4. Только... А, вот так вот, да? 1, 2, 3 и... Кирка. Увеличен урон на 150. Вот это очень круто. И 4. И мы разгадали с вами вторую загадку. И нам нужен опять, значит, с вами ключик. Круто. Теперь у нас уголь выпадает со всего то, что мы с вами рубим. Камушки выпадают. О, как раз таки изумруд. Он нам нужен еще будет сейчас для крафта красного амулета, по-моему, да? Ну-ка. А, нет, тут нам нужен аметист, кости, сталь. Следующая кирка. Перец, стекло, сталь. Так. Стекло. Стекло. Чтобы сделать нам стекло, нам нужен песочек. Сталь. Так. Здесь чего? Ну и вроде как ничего. А, ключ да надо сделать. Ключик делаем. Стекло. 9 у нас может получиться, да? Стали еще сколько можем забабахать? Давай пока штук 10 сделаем стали. Так, руд у нас больше нету, да? Угу. Королевская одежда. Аметист, аметист. Аметистов у нас нету. Так. Короче, я оставлю пока по одному. Вот так вот. Этот сюда. Так. Сталь готовится, песочек. А, песок теперь еще нужен. Короче, я думаю, все-таки нужно сделать для начала кирку. Давайте, во-первых, проверим, как вот эта кирка у нас теперь работает.
Ну, что-то стало чутка получше, но еще такое себе, но уже получше. Но я думаю, надо делать ту вторую. Так, а где у нас биом? А, вот. Давай-ка мы его зачистим. Нам по-любому еще нужны косточки. Это полюбас. Отлично. Ой, там еще вот эти цветы заспаунились. Они тоже вещь очень-очень нужная. Тыковки. Хорошо. Смотри-ка. Что не могилка, то скелетик. Это очень-очень приятно. А вот тут нету. Ну-ка. Тоже нету. Ну ладно. Перехвалил. А вот тут есть. О, 4 косточки. Сейчас у нас еще ресурсов больше выпадает за счет амулетиков. Это тоже очень великолепненько. Потихонечку, ребзя, развиваемся. Несмотря на то, что умираем частенько. Ну, как-то так. Так. Что мы тут имеем? Это собираем. Ух ты, вот и даблкрафт начал получаться. Итак, нам нужно еще стекло. А для стекла нам нужен песок. Давайте-ка мы... Так, подожди-ка. А лопата. А, жуки в банке. Лопату лучше мы пока сделать не можем. Амулетик. Тоже. А, мы, кстати, забыли открыть ящичек, да, еще? Ё-моё, как так-то? Ну-ка. Маска скелета. Скелет больше вас не атакует. Хм, идеально. А теперь тогда погнали мы в пустыньку, во-первых. Ох, как тут все заросло, а? Ё-моё, сколько вас тут? Так, это все собираем. Тут я мостов немного навел. Свеколка, это все на продажу. Кактусик, я думаю, тоже мы все продадим. Для открытия новых земелек. Перчик, не знаю, нужен ли нам еще или нет. Посмотрим. Кстати, там у нас еще какая-то принцесска стоит. Так, изумрудик, неплохо. Неплохо. Ну-ка, давайте попробуем сейчас копнуть здесь. Опс. Так, ну неплохо. И ничего тут не сделаешь. Ну, кирка, конечно, костяная уже получше рубит, конечно, получше. Безусловно. Блин, ты чё так быстро проголодался? Блин, а чё у нас тут за данж? Ну что ж, друзья, настало время, наверное, сходить на данж. Но давайте, наверное, перед этим, еще мы апгрейдим кое-какие наши штучки. Я думаю, это будет все-таки, наверное, правильное решение. И еще я понял то, что мне очень сильно надо следить за моей энергией, так как в большинстве случаев я, оказывается, умираю не от зеленых этих слизней, которые возникают ниоткуда, а тупо я забываю про энергию и просто отсыхаю, короче. Итак, смотрите, у нас есть пылающая кирка огненная, да?
и мы ее с вами можем сделать. У нас все, в принципе, для этого есть. Перчик мы насобирали в пустыне, слава богу, стекло накрафтили из песочка, сталь у нас тоже уже имеется. Поэтому кирочку мы ставим, соответственно, на апгрейд. И еще меня интересует этот костяной амулет. Ага, нам не хватает немного стали. Давайте быстренько поставим. Блин, все у меня заросло тоже. Надо постоянно все очищать. Но ничего, скоро мы с этим тоже с вами справимся. Почему? Потому что у нас открылась же одна штука, которую мы с вами открыли в промышленности, по-моему. Сейчас я вам ее покажу. Так, это пускай быстренько стекло крафтится. Вот, смотрите, какую штуку мы с вами открыли. Вот этот железный жезл горняка. Кстати, нам нужен кирпич, поэтому ставим кирпич. Так, там нужно 8 было, давайте 16 сделаем. На всякий случай сразу замутим на 2 острова. Опачки, а вот и кирка подъехала. Пылающая кирка, уровень увеличен, а урон увеличен на 225. Атаки сжигают ресурсы. А вот это, ребята, уже интересно. А ну-ка. Так, амулетик. Блин, а мы же... А, я... Вот я даунича. Я думал, что я поставил. Сталь крафтится, я стекло поставил. Ё-моё. Так, ну ничего. Кстати, лопата. Тоже нам нужна еще 3 стали, песок и жуки в бутылке. Это интересно, кстати. Давайте-ка мы сразу этим займемся. Там нужно 5, да? Еще нам нужно 2 банки для выполнения квеста у друида. Давайте-ка их тоже создадим. Итого 7. Хорошо. Так, крафтик тут не заканчивается у нас пока. Давайте немножечко пока зачистим. Хотя, стопы, мы можем уже одну поставить штуку, про которую я говорил. Вот эту вот. Да, можем. Кстати, надо стали еще нам будет. Так, давайте ее сделаем вот где-то вот на этом острове, наверное. Вот так вот. А, что, не могу ее поставить? Так, ну-ка, стопы. Кстати, ловушечки надо тоже пособирать. Еда нам всегда, как говорится, нужна. О, песочек тем более нужен. А, мы ее поставили, смотрите. Вот что происходит. В общем-то, она стоит тупо вот здесь, да. И она сама все ресурсы собирает. Тупо уничтожает деревья, камни, все подряд. По тихой грусти. То есть, как-то мы уже с вами немножечко сейчас автоматизируем сбор ресурсов. А это, конечно же, большой плюс. Вот. Так, смотрим дальше. Опачки, якорь. Якорь. Так, это все хорошо. Далее, значит, нам нужна сталь. Доставим ее по максимуму. Она, я думаю, пригодится нам еще и не раз. Так, тут ничего у нас нету. Так, на какой-то остров нам бы с вами еще поставить вот такую вот штуковинку. Острова-то у нас такие себе. Тут данж стоит, там вот речка. Не очень такой оптимальный вариант. Сейчас подумаем. АП, тормози. А, и кстати, смотрите, как действует кирка. Это тоже очень круто. Мы тупо раз ударяем, и она поджигает любой ресурс. Это вообще, мне кажется, бомба сейчас. И намного будет помогать нам в очищении территории. Так, главное не забывать про еду. Смотрите, просто круто. Раз ударил, убежал, ударил, убежал, ударил, убежал. Все горит. Это ли не сказка, ребзя, а? Это ли не сказка? Отлично. И мы быстренько с вами и ресурсов сейчас нафигачим, и территорию зачистим.
Так, что тут у нас творится? Так, все, вот это дело вот так. Скелетики будут? Будут. Так, косточки, я думаю, нам еще пригодятся, поэтому собираем. Блин, мне это уже нравится. Это уже прям топчик. Смотрите, насколько все ускорилось, а. Ой-ой-ой, как хорошо. Кирочка топовая уже у нас. А сбор ресурсов сам идет еще дополнительно. Великолепно. Так, это давай-ка вот так вот сделаем. Уголек сюда. Ловушечки собираем. Так, мы сегодня до данжа доберемся. Я что-то увлекся. Просто утопился в ресурсы. Но это круто, 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 что развитие наконец-то пошло. Чувствуется продвижение. Меня только еще волнует вопрос. Быстрее бы нам, как говорится, с жизнями разобраться. Все, и тогда вообще у меня вопросов никаких не будет. Так, поджигаем все, поджигаем, помогаем нашей штуке работать. Чтобы это все у нас побыстрее тут произошло. Сделаем зачисточку. Заодно еще и ресурсы тут нафигачим. А потом она уже пускает постепенненько сама все удаляет. Ай, красота! Ну, красота! Так, курочка, иди сюда. Так, это все собираем. У нас плюс уровень. Давай сюда, иди. Урон-то, ох, чувствуется, ребятушки. Урон-то чувствуется. Так, надо мне мою территорию зачистить, а то это вообще непорядок. Где мы строимся, у нас должно всегда быть все чистенько. Блин, я ловушку поджег, да? Она не сгорела, слава богу. Так, лизунчики, давайте-ка отдыхайте. Сейчас, ребзи, сейчас, чуть-чуть мы тут позачищаем. И, так, стопы. Сталька у нас набралась же уже, да? Лопату мы можем сделать? А, песок надо еще. Бутылки. Бутылки у нас создались же, да? Так. А бутылки я не поставил создаваться? Что-то я не понял. Я же вроде ставил. Что-то я профукал. Ой, ну красота. Ой, ой. Ты моя Кирочка. Ребята, а что будет еще дальше? Это просто бомба будет. Каким будем дальше кирки открывать? Так, вот, кстати, наш друидик. Давайте тоже его очистим. Хапуга. Вот, жучочки им тоже нужны. Так, короче, я так и не понял. Я, короче, банки не поставил, да, крафтиться? А почему? Блин, я же ставил как-то... А, не, они у нас сюда определились. Вот ты, бляха-муха. Так. Окей. Камушки мы все сюда уберем. Что еще? Что еще? Что-то тут пацанов много развелось. На рынке что-то есть вкусное? Это что такое? Семена свеклы. Нафиг не нужны радуга бутылки. Навряд ли побег дерева. Ценность 8. Навряд ли нам сейчас это такая штучка нужна.
Так, песок. Смотрите, у нас появилась следующая кирка снежная. Нам нужен пластик и нам нужны кристаллы. Надеюсь, что пока это берется, я не в курсяк. Так, кирпич, апельсинчики, это можно все попродавать. Угля у нас, кстати, зашибись. Так, на чем мы остановились? Что нам нужно было? Жуки в банке, у нас жучки находятся вот здесь. Как раз давайте зачистим территорию. Чуточку зачистим территорию. Блин, как круто сейчас, что везде уголь выпадает, а еще плюс самоцветики. На данном этапе вроде у нас вообще, ребят, все как бы неплохо идет, я считаю. Очень-очень-очень неплохо. Давай, гори! Так, чуть-чуть поможем. Отлично, данжик зачистили. Здесь давайте тоже зачисточку сделаем. Кстати, знаете, что я хочу еще? Я хочу еще тут покопать, пока мы тут все зачистили. Но нам нужно еще похавать. Нам же с вами нужно, что правильно, песок. Ой, красота. Так, песочек собираем. Хорош. Так, тут теперь зачищаем. Так, прекрасно. Я не знаю, нам перцы еще куда-то понадобятся или нет. Ну, в принципе, их тоже можно хавать. По идее, их тоже можно кушать. Блин, ну мне уже фарм даже стал приятен. Не так это напрягает, когда вот так все у тебя быстренько происходит. Красота. Ой, хорошо. Ой, великолепненько. Так, кстати, жуки. А как их ловить? Понял. Готово. Это 3, да? Это 3. Это, по-моему, уже 5, да? А где жучки в банке? Так. Что-то я опять просмотрел. Так, а этому нужны светлячки же, да? Кстати, наступила ночь, как раз таки можем найти и светлячков. Так, а где у нас светлячки? Не забывать про еду. Хорошо. Чё я светлячков не вижу? М?
Погнали, погнали светлячков искать. Ну его все нафиг. Так, там нету, там нету. Давай, подходи по одному. Блин, светлячки, вы где? А, они вот сюда собираются у нас. А вот он, светлячок. А чё я тебя поймать не могу? Есть. Еще один нужен. Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Блин. А чё на него не наводится? Есть. Так, этому парнишке мы... Спасибо за жучков. Энергия. Так, что тогда? Может взять награду эти магические свитки. А ну-ка. Угу, помочь друиду. Окей. Боюсь, беспутная эксплуатация природных ресурсов продолжается. Вы не могли бы принести мне побеги деревьев, чтобы я обезопасил лес? 30. Знаете что, у нас же были с вами побеги деревьев недавно в магазине. А? Были же? Вот. Давай возьмем. Ага, у нас денег нет. Так, окей. Давайте мы продадим, во-первых, кактусы. Мы продадим апельсинки. Мы продадим... Что мы еще продадим? Слизь, пшеницу, водоросли, перчик. Неплохо. Это ли не сон? Свекла. Давай, до свидания. Мясо, мясо, все продаем. Будем пока питаться рыбой. Я думаю, нам абсолютно этого хватит. И у нас с вами уже 1,59к, ё-моё. Это дофига. Поэтому покупаем. Так. Так, замечательно. Теперь вот это мы забираем. Так, вот эти точки можно пока убрать. И... Давайте смотреть. Кстати, нам нужно еще с вами построить несколько рынков. Итак, лопата. Опаля. Мы можем с вами ее легенько сделать. Костяной амулет. Пожалуйста, делаем. Великолепно. Ну и, друзья, наверное, все-таки в этой серии мы с вами уже в данж не пойдем. Потому что много времени потратили на сбор ресурсов и на крафт, конечно же, крутых вещей. Но, слава богу, мы это сделали. Сейчас все у нас уже пойдет попроще. А этому пареньку мы, кстати, можем уже отдать. Спасибо огромное. Да не за что, братан. Этим вы спасете лес от парней с кирками. Опачки. Сундучок. Хорошо. Еще сундучок. Прекрасно. Что-то он еще хочет от нас. Приветствую, друг. Привет, привет. У меня есть для вас последнее задание. О, лопатка новая. Зона раскопок увеличена. Раскопки всегда приносят песок. Блин, вот же что мне сейчас надо-то тоже, а? Если оно окажется у меня, я смогу вырастить и защитить это создание. Короче, нам вот такое яйцо нужно. А это яйцо очень редкое. Друзья-динозавры самые лучшие друзья. Яйцо это можно найти только как раз таки при раскопках. И не зря мы с вами сейчас смастерили эту новенькую лопату. Она нам очень тоже облегчит жизнь. Давайте мы это дело с вами проверим. Видали, какая сразу зона стала? Опа! Опа! А сколько песка-то, а? Ай, красота! Ой, красота! Хорошо! Ой-ой-ой! Все. Ребята, я доволен. Процесс пошел. Мы практически сейчас с вами
на данный момент, на данный период сильно ни в чем нуждаться как бы не будем. С песком проблем у нас не будет. Сейчас знаете, с чем начнутся проблемы? Я знаю, с чем начнутся проблемы. С пластиком. Вот я уверен просто на 100%. Ну, посмотрим. Так, друзья, ну что ж, давайте на этом мы видео завершим, а прямо со следующей серии мы с вами сходим в этот данж и посмотрим, что же там нас ждет. Сегодня, в принципе, мы с вами неплохо много что с вами сотворили и сделали. Кстати, вот еще и амулетик. Дает на 75 больше ресурсов. И мы, значит, с вами еще будем добывать больше ресурсов за один раз. Это ли не сказка? Итак, мы с вами сделали сегодня кирку крутую. Мы с вами сделали крутой амулет. Далее, смотрите, что нам предстоит сделать. Королевская лопата. Для нее нужна королевская сталь, которая у нас есть. Пластик и топазы. Ну, короче, сейчас нужно где-то начинать нам искать, либо производить пластик. Далее, кристальная кирка. Опять же, нужен пластик и нужны кристаллы. Кристаллы, насколько я знаю, нужно искать в зимнем биоме. А поэтому нам нужно с вами открывать новые земли. Денежка у нас как бы есть, это уже неплохо. 1,65к. И смотрим еще, что нужно вам для кристального амулета. Ну, тоже нужны кристаллы. В общем-то, нужно открывать следующий зимний биомчик. Они, по-моему, зимние биомы находятся наверху. Кстати, тут же у нас еще один данжик есть. Ох, у нас с вами работы очень много. Кстати, мы с вами можем, знаете, что еще сделать? Пока. Сделать еще одну вот такую штучку. Ага, не хватает одного кирпичика. Да ладно. Как так-то? Как так-то? Создаем. Тут давайте поставим золотых слитков на максимум. Тут пускай вот так вот все делается. Не простаивается. Тут, кстати. Ладно, этим мы займемся в следующий раз. Нам нужны будут обычные перчаточки. Как раз слитки у нас делаются. Ботиночки новые. Большой рюкзак. Средний кошелек. И нам нужно будет уже сейчас крафтить вот эту вот одежду. Пока можем сделать одну, давайте одну ее и сделаем. Ну, а с вами я буду сейчас прощаться. Спасибо всем вам за просмотр. Не забывайте поставить лайкосик, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был MixGame. Всем удачи, всем пока-пока. Чао, увидимся в следующей серии.